Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов и художников. Курильница с изображением Чикоми Коатль. Постклассический период 1325-1521 годы. Глина высота 104. В пантеон народов доколумбовой Америки входит множество богов, связанных с культом плодородия. Чикоми Коатль – та, у которой наша пища – покровительствовала выращиванию сельскохозяйственных культур, следила за соблюдением обычаев употребления пищевых продуктов и их изобилием. В классическом периоде жизни ацтеков она выступала богиней маиса. Иногда с ней ассоциируется образ богини молодой кукурузы – Шилонен. Характерный атрибут Чикоми Коатль – возвышающий объемный головной убор квадратной формы, называемый амакалле. Такие же уборы сложной конструкции во время религиозных ритуалов надевали девушки, представлявшие богиню. Образ божества или жрицы украшает большую терракотовую курильницу, найденную в Тлауаке. Героиня держит в руках кукурузные початки. На ее лице сохранились раскраска в виде темных вертикальных полос. Орнаментальные мотивы на уборе в форме коробки содержат символы Чикоми Коатль. А узоры по сторонам образуют завитки, напоминающие языки пламени и клубы дыма, намек на функции предмета в религиозных церемониях. Ну вот такое описание я нашел в интернете. Курильница с изображением Чикоми Коатль. Постклассический период 1325-1521 год из глины. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.